Канал. Сегодня снова покупки из магазина Ашан. Их было немного, но они очень интересные. Купили мы вот такой вот календарь на 2019 год. Это мы купили на подарок. Так, дальше. Купили 29 вот таких коробочек сока. Это у нашего Кости день рождения. Он понесет одноклассникам. На день рождения будет угощать их. 29 штучек. Дальше купили хлеб вот такой каждый день. Потом подушечки на завтрак. Тоже каждый день. Две пачки муки. Вот такие 2 килограмма. В Ашане мука хорошая. Тоже беру. Мне нравится она. Так, дальше. Взяли фейхоа немножко. Килограмм стоит 186 рублей. У нас вышло на 70 рублей. И взяли 4 штучки хурмы. Хурма 86 рублей. Килограмм у нас на 46 рублей вышло. Также взяла дрожжи вот такие. 3 пачки. Взяли колу вот такую ашановскую попить. И мужу взяли 3 пары вот таких вот носок. Здесь, кстати, в составе 74% хлопка. Вот. Так, Ашан, все. Сейчас я вам покажу чек. Так, мука 44 рубля. Пакеты по рубль 50. Сок 10,50 на 306 рублей у нас вышло. Так, 82 рубля это календарь, по-моему, подушечки. 23 рубля, кола 17. А, еще не показала главное. Вот такую вот игру Костику купили на день рождения. Подарок. Вот, игра стоит 169,90. Так. Хлеб 16 рублей, хурма вышла на 46, фейхоа на 70, дрожжи по 7 рублей и носки по 60 рублей. Итого мы потратили 1025 рублей. Теперь я покажу вам покупки из магазина Декатлон. Так, в Декатлоне мы купили вот такой вот рюкзак. Это Костику. Тоже на день рождения, но ему его буду дарить в классе. У нас так принято в школе. Учительница дарит подарок. Вот. И купила я себе кроссовочки вот такие. Классные, удобные. Вообще одела. Очень они мне понравились. А, кроссовки стоят 999 рублей. Такие вот они. Хорошие. Рюкзак стоит 249 рублей. Сейчас покажу вам чек. Фокус. 1248 рублей мы потратили в магазине Декатлон и 1025 в магазине Ашан. Такие вот были покупочки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, на мою группу ВКонтакте, на мою группу в Одноклассниках. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.